из города Киев. И я здесь нахожусь 16 февраля и должна была покинуть страну 26 февраля. Последние два дня нам Анекс тут сказал, что переселяет нас в бесплатный отель на двое суток. Дальше пребывание наше в стране пока оставалось неизвестным. Туроператор нас вчера сюда переселил позавчера из нашей гостиницы, в которой мы изначально отдыхали. Сказали, что у нас до 28 числа все проплачено, что мы можем здесь оставаться до выяснения следующих обстоятельств. В конечном итоге вчера мы случайно узнаем, что нас просто выселяют, выгоняют на улицу, говорят, идите куда хотите, мы за вас больше ничего не платим. Мы сидим, вот чемоданы, люди такие же, как и мы, заложники ситуации. Сейчас таких же людей 3000 в Доминиканской Республике украинцев, которые не знают, что им делать, куда им идти, куда им бежать и что решать. Многие людьми с детьми, есть беременные женщины. На данный момент, по вчерашним данным, это $1600 за два билета просто. Это только пересечение из Доминиканы в Германию. Мы из Украины! Слава Украине! Слава! 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 Боремся за то, чтобы нас вывезли в Украину. Хоть куда-то. Хоть в Европу. Мы находимся, наверное, на одной из центральных улиц, вот, ближайших к нашему отелю. Мы хотим, мы устраиваем какой-то митинг, маленькое обращение к людям, к нашему правительству, что нас заставят хотя бы куда-то ближе к дому. На данный момент нам все сказали, посол наш Украины сказал, ждите, мы ничего решить не можем и вступать в спор с туроператорами мы не будем. Это как вообще? Вы что такое делаете? В день говорят платить $30 с человека. Вот я с женой, $30 с человека, то есть $60. Сколько мы еще здесь проживем? Мы молчим про цену билетов. Вы что, серьезно? Мы, блин, платили деньги за это все. Да всем на все эти деньги. Заберите просто нас домой. Потому что я, блин, домой возьму оружие и буду ебать русских. Русскому кораблю? Русский корабль? Украинцы, даже здесь застрявшие, мы не бросаем свою страну, и мы будем биться за это. Да? Путин. Сегодня в Доминиканской Республике для Романа не решится, мы вернемся сюда завтра снова, перекроем все дороги. Все.